Всем привет, ребятки! Поздравляю вас с новым учебным годом! А это значит, то, что все детишки идут куда? Конечно же, в детский сад! Я вас очень жду, и меня зовут Сара. Ну что, готовы к новому учебному году? Если честно, то я не готова. Тогда начинаем и заходим в детский сад. Ну я же сказала, что я не готова. Так, воу! Посмотрите, и это наш детский сад! Только посмотрите, и здесь игрушки, ой, как классно! Губиками можно поиграться, блин, классно! О, давайте! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ого, я полностью прошла! Так, ой, девочка, тоже, наверное, хочет! О, смотрите, какая миленькая собачка! Просто, может быть, ее можно погладить? Наверное, думаю, что да! Еще здесь сколько много игрушек! А на улицу можно выйти? Ого, только посмотрите! Здесь можно поиграть и даже в футбол! Вы любите играть в футбол? Я, конечно же, люблю! Вы что? Тогда сейчас вы будете играть в футбол! У вас будет красная и синяя команда! Блин, ну это, конечно, прикольно, то, что мы будем играть в футбол! Так, красный или синий? Ну, давайте я буду синий! Так, отлично, я выбрала свою команду! Сейчас посмотрим, где я окажусь. По-моему, я синяя команда, если я не ошибаюсь! Вот, да, я... Так и есть, я синяя команда. Так, начинаем. 3, 2, 1. Начали. Сейчас будем начинать, наверное. Вот, так, 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 мяч. Нет, нет, не уходи, мяч. Так, все, уходим. Так, уводим мяч в другие ворота, в чужие. Так, 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 так. Все получается. Так, нет, нет, красный забрал у нас мяч. Так, выхватываем. Я сильная, я смогу. Так, 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 нет, 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 туда нельзя. Так, блин, мяч просто катается по всему полю, и непонятно вообще, где он. Поэтому давайте я просто... Где же тут мяч? Так, нужно уводить его скорее. Так, нет-нет-нет, так нельзя делать. Нельзя, уходи, уходи. Так, нужно быстрее бежать. О, сейчас будет около Сары этот мяч. Так, забираем его и уводим. Так, мы молодцы, смотрите, мы, может быть, сейчас забьем гол. Так, смотрим, смотрим. Так-так-так, нет-нет-нет, мы должны увести его в ворота. Мы почти уже около цели, так... Уводим. Так, главное, чтобы красные к нам не забили гол. Блин, 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 блин. Эй, девочка, помогай мне. У нас мяч здесь. Катится прямо к воротам. Нет-нет-нет-нет, неужели? И они забили первый гол. Мы сами себе забили гол. Блин, это, конечно, плохо. Так, и давайте я просто быстренько забью гол. Так-так-так-так-так. И я забила гол. Ура, я забила гол. Блин, классно. У нас счет 1-1. И у нас ничья. Блин, я что-то голодная, прям вообще не могу. Я так проголодалась. Я тоже голодный. Хорошо, тогда я вас сейчас покормлю. Так, меня сейчас покормят, блин, это, конечно, очень классно. Поэтому давайте мы пойдем покушаем, если нас Сара, конечно, зовет. Так, дети, нам нужно срочно всем кушать. Кушать? Так-так-так, что у нас здесь предлагается? Пицца, сэндвич, потом курочка, а вот... Вот бы мне бы в такой садик выходить, чтобы мне давали гамбургер, пиццу, мясо еще и... Ну, давайте я пиццу съем. Вообще будет классно. Так, давайте. Ой, как вкусно. Какая же вкусная пицца все-таки. Прям объедение. А где все остальные? А все остальные играются. О, вау, смотрите, здесь какая игрушка есть. Прикольно так скатываешься, конечно. Прикольно. О, здесь еще есть пропеллер классный. Блин, нравится мне все-таки этот детский сад. Что? Это за тревога? Вы слышите? Пойдемте смотреть телевизор, срочно! Хорошо. Так, я, пожалуй, пойду посмотрю телевизор. Так, я посерединке, отлично. Сейчас будем смотреть телевизор. Так, осталось 17, 16, 15. А где Сара? Где же Сара? А вот она бежит. Так, все, детишка, нужно садиться и смотреть телевизор. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А что, пожалуй, давайте смотреть. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец. Срочные новости. Так, что же это за срочные новости? Давайте смотреть поскорее. Сегодня в старом садике был обнаружен большой монстр. Он нападает на людей, и он пугает маленьких детей. И они хотят смешать, но монстр их все-таки побеждают. Что это такое, боже?
И у него даже есть свои маленькие монстры, которые называют миньонами. Ну, миньоны не веселее хотя бы. Если он придет к вам или что-нибудь еще, звоните срочно в полицию и закрывайте полностью окна и двери. Что это такое? О нет! Что творится? Так, я ничего не понимаю, что творится? Где все? Так, я, пожалуй, поднимусь наверх, наверное. Это монстр! Кто кричит, это монстр? Он может быть нас убить или нет? Я не знаю, боже, боже мой. Так, давайте я буду здесь стоять, если что, если реально там монстр. Только представьте. У нас выключился полностью свет. Сара, ты где вообще? Блин, что нам делать? А вот Сара бежит. Беги скорее, Сара, вдруг тебя сейчас могут съесть. Ой, блин, я через лестницу перепрыгнула. Так, а Сара уходит в комнаты. А почему все уходят? Я вообще не понимаю, мы же уже посмотрелись. Ну и где же этот монстр? Эй! Кто это около двери? Я монстр! Я вас всех сюрам! О боже, это же монстр! Как он мог попасть в наш садик? Да нет, это мне просто снится. Ну и что? Что с ним происходит? Убегаем от него! Блин, а где он? Ой боже! Вы видели, что там происходило? Ой, боже, монстр везде сейчас. Ой, боже, мне кажется, нужно прыгать как бы. Здесь хорошо, наверное, будет. Наверное. Так, нужно срочно прыгать. Ой, боже, опять этот монстр. Что нам делать? Я вообще в шоке. Нам что нужно делать? Я не могу, это же монстр. Ой, ой-ой-ой-ой, нам нужно убегать. Здесь помнится монстр. Ой-ой-ой-ой-ой, нам нужно убегать от этого монстра. Главное, чтобы он к нам не попался. Он, блин, за мной бежит! Блин, это мне не нравится, что он прям за мной бежит! Эй, чувак! Это не настоящий чувак. Блин, за мной гонится этот монстр! А ну-ка иди сюда, и я тебя съем! Эй, да не надо, ты же меня есть! Я ж добренькая, меня нельзя есть! Ой, блин, здесь еще и настоящий монстр с крыльями! А ну-ка иди сюда, я тебя захвачу! Нет, меня не надо захватывать! Блин, что нам делать? Ведь здесь эти много монстров, они просто захватывают меня! Ну, точнее, весь мир, как они там говорили! Блин, за мной этот монстр прям идет и не останавливается! Прям вот идет за мной и идет! Вообще! Он остановился, наконец-таки! О! И здесь все добыл! Все? Все остановилось? Сара, ты что? Так, а теперь у нас, кстати, есть весь свет! Ну, естественно, у нас есть свет. Ну, Сара. Мы только что просто убегали от монстра. Ну, Сара, а ты где была? В смысле, атаковали? Кто? Ну, Сара, ты что, не была с нами, что ли? Монстр с нами был. Кстати, у нас такие красивые рыбы. У нас монстр только что атаковал. И вообще, это ужас какой-то. Может, по новостям что-нибудь сейчас показывают? Ну, естественно, машинки с солнцем только и показывают это. Серьезно, ну вы же дети, я вам не верю. Точно, не было никакого монстра. Вы на вас всякую чушь показывают, я тебе гарантирую. Да, всякую чушь показывают, ну да, да. Ага. Для нее это все чушь. Понимаю, конечно. Ой, смотрите, какая-то птичка прикольная здесь летает. Ну, кстати, меня это очень раздражает. Все, дети, я не хочу, чтобы вы меня беспокоили с этим монстром. Никакого монстра не существует. Вам нужно поспать, тогда вам станет намного легче. Поспать нужно. Ну ладно, тогда мы отправляемся в спальни для сна, как здесь написано. И у нас есть всего лишь одна минута. Блин, серьезно? Это что, какой-то побег? Так, это не спальная комната, вот там вот спальные комнаты. Давайте здесь посмотрим, здесь есть розовые комнатки, все-таки для девочек. Так, я что, здесь одна? А где все остальные? В синей, что ли, комнате? Я что, одна? А, настрой человек. Ну, ладно. Все-таки, так, смотрим, что у нас здесь есть. Очки можно повернуть. О, еще маска какая-то, планшет с Роблоксом. Так, здесь спальное белье. А вот еще девочка, которая выжила, кстати, с этих монстров. А то многие люди просто пропали отсюда. И это странно очень.
как бы, их монстр, по сути, захватил. И да, мне как-то очень даже неспокойно так быть. Я, пожалуй, с этой девочкой рядом лягу, чтобы вообще было классно и чтобы все было вообще нормально. А то все-таки я переживаю. Все, осталось 0 секунд, мы должны были лечь спать. Все, засыпаем. Наконец-таки мы заснули. Так, мне нужно сделать то, но как раз-таки для моего плана коварного так и нужно делать это. Все, почти план готов. Осталось только их захватить. Ой, как же я хорошо поспала. Надеюсь, то, что мне приснилось, это был все-таки сон, а не правда. Ну, это посмотрим, наверное, же все-таки сон. Мне же постоянно сны снятся. О, смотрите, у меня есть еда. Блин, наверное, нужно съесть. Ой, мне это прибавляет хп, вообще классно. Мы давайте все съедим, чтобы у нас было много. Как бы хп, как бы у меня все-таки же снизились хп. А где тут девочка здесь? Смотри на всякую штучку. Кстати, нам только что Сара сказала, ну, как я поняла. Она нам сказала спуститься все-таки вниз. О, что это такое? Давайте посмотрим. Это лифт какой-то. Что у нас сегодня на обед? На обед? Да я даже сама не знаю. Наверное, у нас будут панкейки какие-нибудь. Ну, блин, что это за лифт? Панкейки? Ну, это, то есть, блины, блин. Че, реально? Да, сегодня будут вот эти вот... блины, блин, классно. Спей блинчиков. Что? Может быть, приготовь блинчики или что? Я, конечно, вот этого немножечко не понимаю. Так, давайте... Посмотрим, что Сара хочет от нас. Так, кстати, можно выходить на улицу? На улицу нельзя выходить. А где эти панкейки наши? А вот и... Или нет? А что это такое, кстати? Давайте посмотрим. Здесь у нас какая-то кнопка. Прикольно. О, Сара нам говорит, хотите ли вы сейчас поиграть? Хотите ли вы сейчас поиграть? Конечно, я хочу поиграть. Наверное, кажется, человек захочет поиграть. Только посмотрите на эту улицу, я прям вообще не могу. Вообще классно. И здесь уже в мячик поиграть вообще. Играйте с друзьями, ура! Идем играть. У нас, кстати, есть еще еда. Но я оставлю, пожалуй, на потом. Идем играть. Пойдем. Так, это мои ворота, чур, ладно? Так, уводим мяч. О, он опять на середине. Или где он? А где мяч? О! Мяч, вот как раз таки, давайте забьем гол. Так, идем. Главное не заступить за линию, нет. И мяч уходит. Блин, это, конечно, жалковато. И вот как раз таки заспавнился мяч. Так, нет, вот так. Все, нет, не иди. О, мы с девочкой играем в футбол. Блин, классно, у нас, конечно, перемена такая вообще крутая. Я считаю, так. И вот так берем мяч и сейчас забьем гол. Смотри. И у нас забился гол. Ура, молодцы. Давай пять. Вообще, круто, и мы забили свой гол. Итак, и что, реально забьется гол, ну-ка, и посмотрим. Да, блин, классно, у нас уже счет 2-2. А теперь я пойду забью гол, вообще круто. Ну, как мы развлекаемся, это, конечно, вообще круто. И мы опять забили гол. У нас уже счет 3-2. Так, ну все, ладно, мне уже надоело, в принципе, играть в футбол. Ой, как раз-таки у нас перемена и закончилась. Ребята, нам нужно поговорить насчет монстра. В смысле поговорить насчет монстра? Это совсем? Ну, как бы, не существует же монстра. Что происходит? Вы видели? Картина пошаталась. Телевизор там встал. Что это такое вообще? И Сара что-то пришла сюда. Может быть, это как раз-таки тот монстр? Думаю, что да, это тот самый монстр. Может, поднимемся куда-нибудь? Нет, нельзя. Мы уже выйти из лифта не можем, ребята, блин, что нам делать? Свет выключается и включается, боже ж ты мой. Вы только посмотрите, что? Монстр возвращается, смотрите на свет, он выключается и включается. Блин, меня это пугает, конечно, ну хотя, чем меня испугаешь вообще? Что, серьезно, именно здесь и есть монстр? А точнее, это его миньоны, мне кажется, что нужно забираться сюда. Лучший, наверное, вариант будет. И что, там эти миньоны? Они прям гонятся! Они хотят нас есть! Дети, что мне делать? Ой, боже! Дети, главное, прячьтесь от этих монстров! Да, Сара, а ты что, сама не прячешься? Так, ладно, я пока что встану вот сюда. Мне здесь больше как-то по душе.
Так, ладно, давайте посмотрим, что будет с этими монстрами. И что они вообще задумали. Так, давайте бежать в лифт. Ну, блин. Я уже побежала в лифт, а вот как раз-таки Сара бежит к нам в лифт. Садите, мы должны быть в безопасности. Здесь нас никто точно не найдет. В смысле, никто точно не найдет? Вы только посмотрите. Блин, я лучше заберусь сюда. Вдруг что случится? О, боже мой! Ну что, детишки, я за вами пришел, как и обещал. В смысле, ты нам разве что-то обещал? Что он хочет... Что он делает? У него какой-то красный шар. Ну все, дети. Сейчас я это соединю, и получится... Вот. Это я разрушу весь мир, который существует. Он что-то делает, только смотрите. Только посмотрите. А! То, что он творит? Что это за красное пятно? Дети, смотрите и берите пример с меня. Что я делаю и как я делаю? У нас что-то произошло с лифтом. У нас лифт ломается. Он у нас ломался. Что? У нас погасился свет. Куда мы вообще идем? Почему кнопки становятся все дальше и дальше от нас? Что это за портал? Боже, вы только посмотрите. Ау. Все хорошо у всех? Так, хорошо. Один человек есть, другой тоже. У нас всего лишь три. Так как было у нас вообще 11 или чуть больше, или чуть меньше. А сейчас уже стало 3, то есть только вот... Получается... Мы выжили, по сути. И у всех немножко нету ХП. То есть у всех нет полного ХП, например. И где, кстати, Сара? Сара пропала! Где же наша Сара? Сара, ты где? Блин, вообще, что это такое? Вообще, мы где? Мы в каком-то портале, мне даже страшно идти. Может быть, это... Кстати, может быть, монстр забрал Сару? Мне так кажется. Давайте пойдемте и проверим это. Ну, естественно, ну блин, не, вдруг там монстр. Блин, не хочется мне что-то проверять. О, пойду я лучше вперед, посмотрю, что там все-таки. Ой, тут девочка встала туда. Я тоже хочу встать сюда. Пожалуй, я встану сюда, может быть, что-то изменится. Вот. О, ой, смотрите, пол провалился. Ой, нет, даже настой не спасло. О нет, вы только посмотрите, что здесь. Блин. Что нам делать? Мы здесь в какой-то пещере. Эй. У меня, кстати, нет такого меча. Где вы его взяли? У нее вообще бита есть. У меня ничего нет. Идемте. Нам нужно срочно идти. Естественно, нужно срочно идти. Вы только посмотрите. О, здесь есть еще кирка. Кирка. Ее нельзя взять. Давайте посмотрим, что же здесь. У нас есть, смотрите, какие-то камни. Здесь еще вот эта вот штучка. Что нужно вообще делать? Здесь почему-то все закрыто. Прям заколочено. Нам нужно, наверное, взять все-таки кирку и ей сломать. Я пойду, наверное, за киркой. Наверное, это будет лучше всего. Чтобы сломать вот эти вот это вот дерево. Давай я первое возьму. Будет лучше. Все, я взяла эту штуку, точнее, она появилась у всех, по-моему. А теперь мы можем все рубить подряд. Так вот, так вот. И ломаем все. Чтобы мы, естественно, смогли пройти. Так, и осталось немножко все. Вау, мы, конечно, с этим хорошо справились. И прям вообще, у меня теперь осталась кирка прям на память, считайте. И как это вообще, что это за садик, где мы постоянно куда-то попадаем? Уже то монстр к нам пришел, то мы куда-то попали. Сейчас вообще в какой-то шахте, по сути. Так, запрыгиваем и едем. Ого, смотрите, мы куда едем. Это что, американские горки? Ну, блин, только я этого не ждала. Каких-то американских горках. Так, ого, посмотрите, как здесь красиво. Блин, конечно, красиво, но если бы здесь не было бы монстра. А здесь лава и еще вот эти кристаллики. Конечно, да, суперско, я считаю. А где все остальные? Так, хорошо, вылезаем. Мне кажется, нам нужно идти туда. Естественно, нужно идти туда. А куда же? Ну, не говоря, если там будет тупик. О, кстати, мы реально не можем пройти уже. Что-то мне кажется, здесь не так. И где вообще наша Сара все-таки? Она куда-то пропала. Может быть, ее монстр забрал? Ладно. Мне кажется, что нам нужно проследовать за этим туннелем. Наверное, это будет самое лучшее, что вообще можно ожидать.
Ну, точнее, туннель это не самое лучшее, что можно ожидать, но все равно. Эй! Позадай малыши, идемте туда! А что это такое? О, вы только посмотрите, здесь какой-то паркур! О, нет, вы только посмотрите, а вдруг сейчас снова просто затопит здесь все! Блин, это, конечно, мне очень не нравится. Паркур я вообще ненавижу. Вы только представьте, обе и все. А потом... Если упадешь, то все. Здесь нету, кстати, чекпоинтов. Поэтому здесь только один раз, одна жизнь. Вообще все по одному разу. Поэтому нам нужно обязательно сейчас быстро подняться. Еще и здесь шары вот эти. Блин, я очень переживаю. Ой, боже мой. Но главное не останавливаться, потому что пол это лава, можно так сказать. Так, проходим аккуратно, вот здесь все, прыгаем везде, вот так вот. Лава очень быстро поднимается, я вам так скажу. Так, все ломается. И вот, посмотрите, как реально быстро лава поднимается. Блин. Так, все, я поднялась, все получилось. И я одна осталась, кстати, это вообще шок. Просто шок-контент, по сути. И только посмотрите на эту лаву, боже мой, главное сейчас в нее не свалиться. И где Сара? Блин, я вообще одна осталась! Ой, боже, смотрите, все камнями засыпало! Вот это, конечно, беда, конечно. И то, что я одна, это тоже беда. Конечно, мне еще сколько выживать-то нужно? И я что, одна? Где я? Это какой-то страшноватый лес. И мне что-то не по себе. Когда вот здесь такой темный лес. И что мне делать здесь, если я одна? Хм. Ну, допустим, у меня, может быть, есть маленький план. Если я остаюсь одна здесь, то что мне делать? Может быть, здесь монстр еще придет? Так, давайте я просто побегу вперед и посмотрю, что здесь есть. Здесь есть камни. О, нет! Это же дождь! Кислотный какой-то дождь, мне нужно срочно что-то находить. Блин, мне нужно что-то найти. О, палатки, отлично. Давайте я быстренько забегаю в палатки. Палатки. Так, о, здесь есть какие-то грибы, грибочки. Все, отлично, я нашла лагерь. Что это очень прикольно. Так, собираем вот это. И мы можем восстановить себе хпшки. Давайте их сейчас как раз таки и установим. Восстановим. Или восстановим. Ну, без разницы. Давайте. И у меня еще есть панкейк. Как раз таки тот, про который говорила Сара. А сейчас мне как раз таки Сары мне и не хватает. Все, отлично, едим, все. Ой, как вкусно, конечно. Ну и, конечно, здесь ливень. Да, и что мне здесь делать? Я не думаю, что дождь может остановиться. Но, конечно, я думаю, что он остановится, конечно же. Потому что, ну, он же не может быть вечно, как бы. И... Наверное, скоро он закончится. О, посмотрите, какие звезды, кстати. Это значит, что уже, наверное, облачков нет. О, наконец-таки он закончился. Конечно, вообще прикольно. О, здесь есть монетка. Хе. Да. Я вот сейчас иду в эту палатку. Мне почему-то она нравится. Я здесь все вижу. И там, и там. Ой. А, нет, я хотела сказать. О, смотрите, здесь, кстати, есть топор. Что это даже очень радует. Наверное, я возьму и порублю деревья. Ведь потому что, наверное, мне понадобится костер. Ведь без него мне никак. Давайте, так, я... Вырубаю деревья для бревен, и я потом принесу их к костру. Так, давайте, это я беру, это я возьму. Вот, первая вот эта вот штучка. Так, ставим ее. Мне осталось еще таких 4 добыть. Ну, блин, конечно, по темному лесу мне, конечно, не очень комфортно ходить, но все равно. Все-таки, если я одна, то, в принципе, я... Можно сказать, я смогу выжить, наверное, одна. Ведь это так прикольно. Так, давайте. Опля. Ставим сюда вот это... вот это бревно. А теперь осталось еще мне... 3 дерева вырубить. Давайте я лучше все сразу вырублю, а потом мне останется только все принести. Давайте вот это еще. И осталось еще вот это. А потом, наверное, я могу сразу все взять. Нельзя так? Интересно. О, я взяла какой-то секрет 5. Прикольно. Так, давайте вот раз осталось... Осталось совсем немного, но то, что я одна все деревья порубила, это, конечно, вообще, я сильная, видимо. Если вот так вот получилось. Так, ну, давай, ставься ты. Все, осталось самое последнее бревно. Наверное, я дольше иду, чем добываю. И все, последнее бревно. А, нет. Я что, его не взяла? Блин, я реально его не взяла. Это, конечно, вообще прикол.
Вот, все, вот сейчас я его точно уже сделала. И все, осталось вот последнее бревно. Так, ложим, и все. Я тебе чуть-чуть сюда сяду. А вдруг что-нибудь произойдет? А, все, вот как раз таки сейчас все уже выполнено. И мне сейчас будет просто костер. Все, закончено. А теперь можно как раз таки посмотреть и загреться, наверное. Все-таки, ну... Сядь у костра. Села. Чтобы исцелиться. О, мне дают хпшки за это, то, что я согреваюсь. Блин, это круто. Мне кажется, мне хватит. Я уже получила хпшки свои. И это хорошо. О, что это такое? О, боже, это что, монстр пришел? Вы только видели, оттуда молния просто взялась. Ой, боже. Нам нужно вернуться в палатку для укрытия. И это уж точно. Мне просто снизилось 19 хпшек. Ой, там свет какой-то горит. Так, нужно за всем все следить. Ведь здесь уже никого нет. Я одна... Блин, эти молнии, они очень мощно как бы ударяют. И как бы если у меня еще раз ударить, то все. Да, конечно, наверное, это уж точно пройдет. Я думаю, что можно поспать сначала. А потом все-таки посмотрим, что уже утром будет. Эти молнии такие мощные вообще. Ну, хотя... Знаете, меня все еще волнует, где Сара. Ну, знаете, то, что дождь идет, мне, в принципе, не важно. Лучше уж поспать. Да. Ой, как же мне хорошо спится. Блин, классно. Вот и все. Вот как раз таки и потушился наш этот костер. Но зато я подкопила немножечко сил, и все стало хорошо. Все стало, можно сказать, на свои места. Что это такое? Что это за какой-то волк? Это какой-то волк. Что нам нужно делать? Я ведь из палатки выйти просто не могу. У меня есть топорик. Я что, могу... Как бы... Нам нужно... Мне кажется, что мне нужно его атаковать. Ну, как же без него? Блин, мне немножко страшно. Напади на волка. Блин, а он прям за мной идет. Так, опля, все. Так, немножечко... ему дали. Так, вот так, все, отошли. Отошли. Так, блин. Вот так, опля. Все, минус 10 кп, это ему еще немножко осталось жить. Так, все. Я убила волка, блин, классно. Хорошо, конечно. Я учусь сяду в палатку обратно. Блин, ну вот, вы видели, какой был страшный волк? Да, конечно. Это было что-то с чем-то. У него еще, у волка этого были рога. Это, конечно, очень странно, рогатый волк. О, все, уже так быстро прошла ночь. Блин, ну она была страшноватой. Мне нужно точно выходить с этого места, точнее, уходить, потому что здесь, может быть, где-то может быть монстр. Вот давайте идемте. Наверное, недалеко у нас есть городочек, и я смогу что-нибудь здесь найти. Так, что же у нас здесь есть? Найдите свой выход из леса. Вот, смотрите, там какой-то туннель, но мне страшно на него идти. А здесь что? А здесь вообще какой-то мост. Ну, блин, мне же нужно как-то в него попасть. Хм. Это очень странно. Стоит ли мне идти за ним? Здесь какая-то еще река. То есть река может меня привести к городу, может быть. Ну, посмотрим. Мне нужно все-таки определиться, мне стоит туда идти или нет. Ведь, вы знаете, в фильмах часто такое бывает, когда ты идешь, и все. Мы должны пересечь мост. Естественно, что нет. Ну, все проголосуют за нет, потому что я одна. Так, 1-0. Все, отлично. А теперь мы не будем идти на нем. И что же нам нужно делать? Так, хорошо. Значит, о, как раз таки там город был. Я даже не заметила. На самом-то деле. И я вижу как бы город. И это очень хорошо. Значит, я спасена. Почти, можно так сказать. И что, мне нужно идти туда? Или сюда? Туда, значит. Вот, только посмотрите, я уже вижу город, значит, я уже рядом. И, кстати, это что, телепорт? Так, давайте попробуем зайти. Вот, мне кажется, что выход именно здесь. Так, заходим вот сюда. Ой, что это такое? Что это за такое странное место? И посмотрите. Да, это очень, конечно, странно, но оно, конечно, очень прикольное. О, я взял какой-то меч, прям вообще классно. Как мне здесь можно забираться? О, здесь можно забираться, кстати, что очень даже радует. Ну, я, по крайней мере, ничего не вижу. Мне кажется, или скоро здесь придет монстр. Давайте за этим наблюдать.
Что это такое? Меня это пугает! Ведь что-то здесь начинает происходить! Блин... Так... О, здесь есть какие-то, конечно, камни. Мне это нравится. Что это такое? Что-то начинает все падать! Ой, а вот и монстр! Блин, я его, конечно, не ждала! Ну, как я с ним в одиночку справлюсь? Ну ладно, попробую, я все-таки одна, я ж сильная! Ой... Кто это здесь? Да все еще здесь, мои миньоны справятся. Я смогу одна тебя победить. Ты серьезно так думаешь? Я смотрю на тебя и, конечно, не предполагаю, что ты сможешь меня победить. Ты очень забавная, но скоро ты увидишь мой план и узнаешь мой план, когда ты, естественно, ну, как бы, поймешь его, а скоро придут к тебе миньоны. Что? Блин, меня это все пугает. Реально. Вообще, что это такое? Я ничего не хочу делать, так мне страшно вообще, что мне нужно делать. Ты все, скоро все узнаешь. А пока что можешь смотреть на свой пол. Ладно, смотрю. Что происходит? О, помните то место? Это он что-то здесь натворил. Ой, боже, что-то все начинает мигать. Блин, это, конечно, прикольно. Ой, боже. Вы только посмотрите на весь город! Он стал весь серым! Вы только посмотрите! И здесь девочка, которая танцевала! Что с ней произойдет? За ней эти миньоны гонятся! Блин! А что же дальше будет? Опять весь город, еще и другой город! Блин! Конечно, мне нужно спасать мир! Как же я его не спасу вообще? Ой, боже, вы только посмотрите! Ну, конечно, я обрадовалась, что было все светло, но на самом деле нет. Зачем ты так поступил с миром? Ведь он стал весь серым. Я его точно выиграю и точно как бы тебя выиграю. Ты серьезно так думаешь? Ты много чего думаешь, это вообще нормально? Конечно нормально, ведь я реально выиграю, я прям не сомневаюсь. Ну все, в атаку мои миньоны. В смысле в атаку мои миньоны? Ой, боже, боже мой, за мной все миньоны гонятся, блин. О боже! Так, ладно, ладно, бьем. Так, все, уходим. Блин, у меня очень мало ХП. Блин, я развалилась. О боже, эти миньоны реально за мной идут. Мои миньоны! Вы победили! В смысле, они же не побеждали никак еще, реально! Так, давайте сюда залезу, мне здесь просто комфортней. Ты просто не уважаешь меня! Ой, в смысле? Я тебе... Ой, боже ж ты мой! Ой-о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 й
Вы только посмотрите, так я заберусь сюда, пожалуй, и буду здесь. Ой! Что это такое? Что это за вообще штука появилась? Так, это меня пугает немножечко. Лава поднимается, вы только смотрите! Я побежду тебя! В смысле? Ой, боже, как раз таки до сюда и не добралась лава! Это, конечно, очень хорошо, но мне сейчас нужно что-то делать! Только посмотрите, цепи как раз таки горячие! Так, мне кажется, мне нужно с ними что-то делать! Ну что, я сейчас тебя точно побежду! Так, давайте вот все быстренько рубим! Так, нужно очень быстро все рубить! А, мне нужно туда! Бегом! Так, вот и все, вот дело и закончено, вот я и дорубила все то, что ты сделал. Ну все, я очень зол на тебя. О боже, что это за молнии? Так, мне нужно срочно от них убегать, ведь мне так не нравится. Ой, что такое, нет, монстр, не нужно так делать. Мне это не нравится, ой, я боже, чуть в лаву не упала. Блин, он еще что-то посылает мне, какие-то молнии, о боже. Ну все, сейчас тебя ждет препятствие. Так, паркур, быстро проходим паркур. Чтобы все было хорошо, так главное, чтобы лава меня не задела. Это самое главное. Я захвачу весь этот мир. Знаю это. Вы только посмотрите, где лава оказалась. Просто это что-то с чем-то. С каждым разом она становится все выше и выше. Так, все, ладно, опускаемся немножечко сюда. Ты не победишь меня. Как это не победишь? Я выиграю обязательно, ты что? Я в этом не сомневаюсь. Так, вот это нужно... Ой, боже. Это нужно порубить. Так, давайте все, рубим быстрее, чтобы мы, естественно, его выиграли. Я так устал. Я столько много сил трачу. Мне ничего не получается. Минус еще одна цепь. Ну все, в следующий раз ты не выиграешь меня. Держи тебе это.
и это! Блин, он сейчас очень злой. Ой, опля, вот так делаем. Так, уходим от него вообще, как только можно. Уходим, ведь он очень зол на меня. И прямо даже сейчас. И сейчас что, лава начнет подниматься? Я, конечно, этого не хочу. Вот тебе, держи еще. Ой, сейчас лава начнет подниматься. Так, быстрее, бегом, 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 убегаем. Так, лава поднимается. О, боже, это было очень близко. Ой, смотрите, как это... Близко. Ну что, ты думаешь, ты все еще выиграла меня? Нет, 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 деточка. Что нет, нет, нет? Так, 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 что нам нужно делать? Так, давайте рубим вот это. Что нам остается? Давайте, ну я надеюсь, что это именно эта цепь. Да, эта цепь. Так, давайте. Все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. За 12 ударов сразу две цепи. О нет! Я падаю! О, что, все? Я выиграл? Нет! Что, он поднялся? Я захвачу весь этот мир! И все будет, вообще, все наладится! Как, по-моему, будет! Ой, что это происходит? Он что, злится все еще? Так, стоп, что это за зеленые палочки? Может быть, это что-то сейчас сотворится хорошее? Смотрите, что с городом стало! Реально, вы только посмотрите! Я, по-моему, спасла мир! И смотрите на девочку, что через нее сейчас станет! Ой, боже, как я боюсь! А ну все, можно снова на полянке танцевать? Действительно, можно снова на полянке танцевать! И я это просто, как бы тебе говорю! И здесь, смотрите, тоже мир, как бы... Все хорошо, ведь я все спасла! Да, я сделала это! Я спасла наш город и весь этот мир! Блин, это круто! И где же Сара? Здравствуйте, детишки! Ой, что, Даша, ты одна? А где ты была? Я ж тебя так переживала! Ты... Хорошо, что ты хоть жива! Сара, ты не представляешь, что! Я убила монстра! Я его убила! И что, ты мне даже ничего не скажешь? Ведь я его убила сама одна! Молодец! Это же так круто! Но ты еще не знаешь одной вещи! Какой же, Сара? Сейчас следи за мной, и ты будешь просто в шоке. Блин, что задумала Сара? О, у нее есть хвост. Что, Сара монстр? Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.